Этот чемодан закрыт. Пусто. Свадебная речь обращена в первую очередь внукам Джонса. Никаких сантиментов по отношению к невесте или Колю. Это может пригодиться. Да здравствуют старые проверенные методы. Мне нужен ключ.
Я должен взять у вас отпечатки пальцев. Мои отпечатки пальцев? Вы что, всерьез полагаете, что я убийца, инспектор? Спасибо. Время шуток прошло. Я представляю на этом острове судебные власти и имею дело с убийством. Уолтер Джонс носил эту цепочку на шее. Это мужская цепочка. Что-то она мне напоминает, но точно сказать не могу. Что вы получили за то, что не дали поместить Уолтера Джонса под присмотр психиатров? Вы должны поговорить с Билли, инспектор. Я не вмешиваюсь в дела его семьи. Все изображают из себя жертв Уолтера Джонса. Но ведь кто-то не удержался от того, чтобы его спихнуть. Я не собираюсь делать вид, что возмущена, инспектор. Джонс сделал все, что мог, чтобы толкнуть своих внуков на этот путь. Старая акула заслужила это, поверьте. Заключение экспертов однозначно. Причиной смерти Уолтера Джонса стало пулевое ранение в спину, а не падение. Несмотря на все эти подозрительные обстоятельства, Баина не причастна к его смерти. Тем не менее, я бы хотел узнать, что об этом думаете вы. Я не знакома с Баиной, но я отлично чувствую таких людей. Честно говоря, я не представляю, чтобы она могла придумать такой коварный план. Но вообще-то, я во всем этом слегка запуталась, инспектор. Что вы делали в момент преступления? Около 11 часов вечера. Я была в ресторане с 9:45 до 11 вечера. Я вместе с Соней убрала со стола, вымыла посуду. Если хотите знать, мне надоело быть при них прислугой. Я поссорилась с Билли, потому что он сел играть в покер. Это какое-то безумие, он продолжает играть, несмотря на все беды, которые принесли мне и моему отцу его карточные долги. Это выводит меня из себя, но он ничего не хочет слышать. После этого служанка приготовила еду на завтра. Так я провела вечер, инспектор. Пришло время супа. В этом отношении у меня есть настоящие внутренние часы. Полное совпадение.
Задавайте любые вопросы. Я в вашем распоряжении. Я слышал, что здесь есть часовня. Вы знаете, где она? Я, конечно, знаю о существовании этой часовни, но я никогда там не был. Это был маленький секрет Уолтера Джонса. Он собирался раскрыть его перед своей свадьбой. Вы оставили отпечатки пальцев на ключе, который выкрали у своего хозяина. Это серьезная улика, так что... Расскажите мне, зачем он вам понадобился? Знаете, есть такая вещь, как неприятные обязанности, инспектор Норм. Я уверен, что вы меня понимаете. Я был адвокатом и доверенным лицом Уолтера Джонса. Мы договорились о том, что я буду защищать его интересы, если с ним что-нибудь случится. Поэтому я взял ключ. Я не хотел, чтобы он попал в руки людей с недобрыми намерениями. И надеялся таким образом гарантировать, что завещание не покинет сейфа. К сожалению, сейф был пуст. И я опасаюсь, что кто-то добрался до него раньше меня. Вы издеваетесь надо мной, Ноланд. Я было поверил вам, думал, что вы не смогли приблизиться к бедняге Джонсу, потому что волнение было слишком сильным. Но вы солгали. Вы все-таки пытались спасти его, так? Нет-нет, вы ошибаетесь, инспектор. Я клянусь, что Уолтер Джонс уже не шевелился, когда я подошел к нему. Его голова была вся в крови. Лицо было мертвенно-бледным, как у покойника. Это было ужасное зрелище. Уолтер был очень полным человеком. Он весил больше 200 килограммов, как мне кажется. Как я мог вытащить его? Я бы просто свалился вниз. Поэтому я исполнил свой долг и взял ключ, как он и просил меня сделать, если с ним что-нибудь случится. Клянусь вам. Мы об этом еще поговорим. Кто похитил цепочку с шеи Уолтера Джонса? Губерт Де Ноланд похитил ключ с шеи Уолтера Джонса. Привет, Ривз. Адвокат Губерт Де Ноланд явно в чем-то замешан. Это он снял ключ от сейфа с тела хозяина. А теперь он рассказывает, что сейф вдруг оказался пуст. Ладно, я буду держать тебя в курсе. Будь осторожен, Джек. Приглядывай за этим парнем. Я уверен, ты наконец-то получил подозреваемого. Удачи. Интересно, о чем это наследники говорят? Я редко видела, чтобы они собирались втроем. Это хороший знак. Значит, они могут разговаривать друг с другом. Мы с вами здесь все-таки сбоку припека. Не будем вмешиваться в их семейные дела. Я согласен, но... любопытно. Это все, что я хочу сказать. И потом, я не люблю, когда шепчутся. Прошу прощения, только один вопрос. Это не займет много времени. Объясните мне, как этот предмет оказался в вашей комнате? Окей, господин Норм, я скажу вам все. Около 11:30 мы с Билли спустились вниз, чтобы отправиться на поиски деда. Мы пошли к лифту. И кого мы там увидели? Отвратительного, грязного, мокрого насквозь? Губерта Де Ноланда собственной персоной. Он проскользнул в лифт, и по указателю мы увидели, что он остановился на том этаже, где находятся комнаты деда. Я сказала Билли, что это странно. Поэтому мы вошли в лифт и поехали за Ноландом. Двери открылись, и мы пошли по грязным следам прямо в комнату деда, где и нашли этого мерзавца. Он копался в сейфе. Он рассматривал вещи, которые мой чокнутый дед приготовил для брачной церемонии с этой маленькой туземной шлюшкой. Конечно, в тот момент я еще не знала, что было в руках у Ноланда. Но, как вы можете догадаться, инспектор, потребовала у него объяснений.
Он начал напускать туман и вилять, как человек, у которого совесть нечиста. После всего увиденного я не колебалась ни секунды, господин Норм. Я выхватила принадлежавшие моему деду вещи из рук Нолента. И мы с Билли ушли оттуда. Голова у Билли не всегда хорошо работает, особенно в конце дня. Поэтому я спрятала все у себя. Я была уверена, что там самое безопасное место. Пламенная речь. И из нее следует, что существует записка, в которой изложен способ доступа в часовню. Вы, случаем, не прихватили ее, а? Пояснительная записка, в которой сказано, как попасть в эту часовню, да? Я не помню такой. Не смотрите на меня так, господин Норм. Да, это правда. Я нашла грубый рисунок, где показано, как открыть алтарь часовни. Рисунок, который я поспешила уничтожить, как вы можете догадаться. С таким документом в руках Баина могла бы вскрыть алтарь. Она могла бы найти этот мерзостный брачный контракт, лишающий нас наследства. Только этого не хватало. Чтобы я сама помогла этой шлюшке-островитянке обойти нас. Я слышал, что здесь есть часовня. Вы знаете, где она? Не имею ни малейшего представления. Я узнала о его существовании только после того, как прочитала эту ужасную речь деда. Что означают эти надписи? Вам повезло, господин Норм. Я доктор археологии, и так вышло, что очень интересуюсь этим регионом и его культурой. Мой дед посоветовал мне изучить местный язык, в особенности диалект Сагоры. Давайте посмотрим, инспектор. Итак, эта черепаха – ритуальный предмет, который символизирует натуральное право и хранит обручальные кольца. Надпись на нем буквально переводится так. «Земля, плоды и все, что есть на этом острове, принадлежит первому племени и всем его детям». Это ясно говорит о том, что чужеземцы иметь собственности на этом острове не могут. Это относится и к зданию, которое они решили возвести. Ничто на этом острове не может им принадлежать. Я переведу для вас. Чтобы соединиться с сыном или дочерью первого племени, чужеземец должен отдать все, чем он или она владеет. То, что отдано Сагоре, нельзя взять обратно. Это все совершенно ясно, инспектор. Здесь кратко изложены все туземные матримониальные и патримониальные законы этого архипелага. Вы, конечно, заметили, что мой дед включил в свою брачную речь еще один ритуальный текст. В нем речь идет о тех последствиях, которые влечет за собой брак чужеземца и туземки. Отличная система. Вы отдаете все, что у вас есть, уличной девке, на которой женитесь, и оставляете своих наследников без гроша. Этот первобытный грабеж чуть не лишил нас наших законных прав, господин Норм. Все это очень интересно. У меня к вам несколько вопросов. Я слышал, что здесь есть часовня. Вы знаете, где она? Я об этом ничего не знаю. Как и вы, я узнал о ее существовании, прочитав дедушкину речь. Но там не сказано, где ее искать. Как заявила ваша сестра Соня, вы вместе с ней участвовали в хищении предметов, которые Губер де Нолент нашел в сейфе. Мне нечего скрывать. Это Нолент украл ключ от сейфа и все его содержимое. Я это знаю, потому что я был там. Мы с Соней решили пойти на поиски старика и увидели Нолента как раз тогда, когда он возвращался в башню. Парень вымок до нитки. Это нас озадачило. А еще больше мы удивились, когда увидели, что он едет на лифте на этаж деда. С одной стороны, мы успокоились, потому что уверились, что старик у себя и вне опасности. А с другой, поведение Нолента было странным. Какого черта ему понадобилось у старика в такое неурочное время? Так что мы решили посмотреть. Старика у себя не было, а Нолент рылся в его сейфе. Он полез в ящик с документами, которые дед приготовил для бракосочетания с этой юной туземкой. Мы застали его врасплох. И Нолент ударился в панику. Нес какую-то чушь. Конечно, мы ни на мгновение ему не поверили. Моя сестра отреагировала моментально, вырвала все у Нолента из рук. Если бы не это, он наверняка бы их спер. Вот как все было, инспектор. Я просто пошел за своей сестрой Соней. Благодарю вас за помощь.
Прошу прощения, только один вопрос. Это не займет много времени. По свидетельству Сони Джонс, которая вместе с братом Билли застукала вас, вы открыли сейф Уолтера Джонса его собственным ключом, чтобы выкрасть содержимое. Ха. Соня Джонс – беспринципная, истеричная молодая женщина. Это она воровка. Это она завладела бумагами, которые я нашел в сейфе. Да, я признаю, что взял документы, которые находились в сейфе. И даже горжусь этим. Я выполнял указания Уолтера Джонса. Я должен был ознакомиться с пунктами его завещания, чтобы выполнить его последнюю волю. Между нами, инспектор, я был очень удивлен тем, что Уолтер Джонс все-таки решил лишить наследства всех родственников. Да, очень удивлен. Господин Ноленд, я задаю себе вопрос. А вдруг вы не только трупы обираете? Вдруг вы виновны еще и в смерти вашего хозяина? Я адвокат, инспектор Норм. Я знаю законы как минимум не хуже вас. И прекрасно вижу, что вы не можете обвинить меня в убийстве на основании одной кражи. Кражи, которая была совершенно оправдана при таких обстоятельствах. Ведь после насильственной смерти моего клиента я был просто обязан поместить документы из его сейфа в надежное место. Хм. Я не думаю, что вы мне сказали всю правду. Надеюсь, вы ответите мне на мои вопросы. Простите, я отвлекся. Я получил, что хотел. До встречи. Только один вопрос. Я вас не задержу надолго. Из результатов вскрытия следует, что Уолтер Джонс был убит выстрелом в спину, а не погиб в результате падения. Я приношу вам свои извинения, сударыня. Думаю, что вы не имеете никакого отношения к его смерти. Уолтер Джонс дал вам это, правильно? Почему? Не очень-то она разговорчива. Я оставила тебе 15 сообщений. Ты подумаешь, что я сошла с ума, но я жду тебя в ресторане. Ты что, не знаешь, как трудно заказать здесь столик, Джек? Не вешай трубку, пожалуйста. Я посмотрю, чтобы рядом не было посторонних. Дело затягивается, дорогая. Оно не такое простое, как я надеялся. Ну и где ты? Я не понимаю, что происходит. Я звонила тебе, потом мне пришлось самой тащить машину в ремонт. Там пришлось все чинить, и, между прочим, это безумные деньги. Ты не представляешь, сколько тут с меня хотят содрать. Послушай, человека застрелили, и в результате у меня на руках чуть ли не 10 подозреваемых. Я делаю, что могу, и так быстро, как могу, любовь моя. Да, я обещаю тебе, я думаю о тебе. Конечно, я тебя люблю. Thank you.
Книги самой разнообразной тематики: по-английски, по-немецки, по-французски. А, вот и испанская. Странно для такого организованного человека, как Джонс. Ага. Значит, любили приложиться к бутылочке, господин Джонс. Прекрасный тайник. Нет, и трогать не стану. Не работает. Чем я могу быть вам полезен, инспектор? Вы перепродали боссу свои акции по смешной цене, Ноленд. Думаю, между вами существовала какая-то договоренность. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Дело в том, что я многим обязан Уолтеру Джонсу. Поэтому я по своей воле помог ему и уступил свои акции по умеренной цене. Это должно было укрепить позиции Уолтера в его собственной фирме в перспективе слияния с компанией World Cement. Этот план имел большое значение для Уолтера и его семьи, понимаете? Ну как же я мог не пойти ему навстречу, инспектор? Этот документ уничтожит вас, Ноленд. Что вы можете сказать в свою защиту? Не приступайте к границе, инспектор. Я не собираюсь выдавать себя за профессора экономики. Но я точно знаю, что ПФСР получал очень неплохие дивиденды. А моя компания несла большие потери на финансовых рынках. Добавлю, что если бы пенсионный фонд строительных рабочих действительно хотел обезопасить свои инвестиции, то ему следовало вкладывать деньги в облигации государственного займа. В фонде не могли этого не знать. Жертвой стал совсем не тот, кого вы подозреваете, инспектор. Эти документы доказывают, что у вас был соучастник,
и что вы лично нажились за счет работников World Cement с помощью компании High Placement, от которой вы потом избавились. Неплохой набор доказательств. И отличный мотив для убийства Уолтера Джонса. Минуточку, инспектор. Я добровольно признаю, что я помог своей племяннице найти работу. Она очень способная молодая девушка, и я не могу допустить, чтобы она оставалась на улице. А что касается так называемой растраты, то я всего лишь вознаградил себя за потраченное время и профессионализм. Это не делает меня убийцей. Хватит держать меня за идиота, Ноланд. Я начинаю понимать, что стоит за вашими грязными проделками. Вы за все ответите перед судом. Я вам это обещаю. Я хорошо знаю законы. И знаю свои права, инспектор. Поэтому я отказываюсь подвергаться допросу дальше. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Это передача акций возвращает Уолтеру Джонсу все украденные вами деньги, господин Ноланд. Вынужден признать, что факты против меня. У меня был долгий разговор с Уолтером Джонсом. Ближе к вечеру, в день его смерти, инспектор. Уолтер никому и ничему не доверял, в том числе и мне. Он заплатил за анализ операций по моему банковскому счету и получил информацию, которая вам уже известна. Уолтер угрожал мне судебным преследованием. Он загнал меня в угол. Старый лис. Он потребовал, чтобы я задним числом передал свои акции в Джонс Компани. Я составил необходимые документы о передаче акций к вечеру. Уолтер и я должны были подписать их после ужина. Ноланд, у вас была веская причина избавиться от Уолтера Джонса. Интересно, при каких обстоятельствах он мог добиться от вас таких признаний? Я не стану отрицать, что это моя подпись. Но вы должны знать, инспектор, что эти признания были вытянуты у меня шантажом. И к тому же без свидетелей. Поэтому они не имеют законной силы. Инспектор Норм, я знаю, что все против меня. Но заверяю вас, я не убийца. Я в этом не уверен. Что вы здесь делаете? Ждете, когда призрак Уолтера Джонса откроет для вас дверь? Не смейся надо мной, Джек Норм. Ты знаешь, как войти? Да, Колю, у меня есть все необходимое. Если я правильно понял, вы хотите войти со мной. Что вам нужно в этой комнате? Именно так, Джек Норм. Я хочу видеть комнаты старика Джонса. Мне говорили, что это прекрасное место, что там много роскоши. Я хочу это видеть. Вот и все.
Кто же мог открыть этот сейф? Полное совпадение. Ноленд наверняка оставил свои отпечатки на сейфе. Соня не лгала. У меня не получается. Миллиардер с пустым сейфом. Весьма нетипично. Что же такое мог прятать в этом сейфе Джонс, если кто-то настолько потерял из-за этого голову? Улики не совпадают. Улики не совпадают. Улики не совпадают. Что было в сейфе Уолтера Джонса? Виновен ли Ноленд в краже? Соня с помощью Ноленда выкрала свидетельство о браке Баины и Уолтера Джонса. Ривз, адвокаты двое наследников выкрали содержимое сейфа. Они хотели любой ценой воспрепятствовать браку между старым миллиардером и юной Баиной. Браку, который мог состояться даже после его кончины. Я уверен, что кое-кто считает Баину врагом, которого нужно уничтожить. Да уж. Наследство разжигает аппетиты и пробуждает в людях самые низменные свойства, дружище. Но ты продолжай работу, Джек. Основательно допроси их всех. Мне нужен убийца. Ерунда. Допрос. Я голоден. Ну что ж, пришло время заглянуть в ресторан и задать этим милым людям несколько вопросов. Прошу вашего внимания. У меня есть важное сообщение. Как вы знаете, прошлой ночью на архипелаг обрушился ураган. Этот ураган повредил башню. Сегодня утром я заметил множество трещин на нижних этажах, в частности, на стенах ваших комнат. Фундаменты стены очень пострадали. Как вы знаете, часть электропроводки тоже повреждена.
поэтому необходимо в срочном порядке освободить эти помещения. Я прошу вас немедленно собрать вещи и перейти в помещение у вертолетной площадки. Я знаю, что там не очень удобно, но, по крайней мере, безопасно. А безопасность сейчас важнее всех прочих соображений. Потом нас эвакуируют на остров Соле. Думаю, вы догадываетесь, что у властей архипелага дел сейчас не в проворот. В первую очередь, они оказывают помощь жителям наиболее пострадавших островов. Есть погибшие, много раненых. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Не забывайте, что нам еще очень повезло. Очень! Инспектор Норм, я... Что с вами случилось, Нолен? У меня есть разоблачительная информация для вас, инспектор. Я знаю, кто убийца. Я не могу вам это сказать сейчас. Мне нужно уточнить некоторые детали, понимаете? Я скажу вам все завтра утром. Завтра утром. Обязательно. Отлично. Пусть будет так, Нолен. Если вы не можете сказать сейчас, вы мне все расскажете завтра утром. Что за дурацкий день? Будем надеяться, что вечер будет лучше, чем предыдущий. Где же мне поспать? Ничего, бывало и хуже. Чистить зубы и спать. Привет, Джек. Это Ривз. Ты в порядке? Ты спрашиваешь, в порядке ли я? Меня только что разбудило небольшое землетрясение или что-то в этом роде. Если так будет продолжаться, эта башня развалится. Мне это совсем не нравится, Ривз. Ты должен эвакуировать нас как можно скорее, иначе одним убийством дело не ограничится. Здесь будет гора трупов, в том числе и мой. Успокойся, Джек, успокойся. Все живы? Я только что проснулся и еще никого не видел. Все в порядке, но я думаю, что какая-то часть здания сильно пострадала. Ривз, я пойду посмотрю и перезвоню тебе, окей? Этот шторм опустошил весь архипелаг, Норм. 11 погибших на острове Махо, их завалило обломками сарая. Точных данных о числе раненых у меня пока нет. Нам пришлось эвакуировать людей с других островов в госпиталь в Соле. Но их много, очень много. Я уже не говорю о сотнях людей, которые остались без крыши над головой. Разрушено множество домов, хижин. Мы еще поговорим позже, Джек. Эти неприятности совсем вышибли у меня из головы. Как продвигается твое расследование? Не беспокойся об этом, Ривз. Ты помнишь Ноленда, адвоката Джонсов? Он обещал мне открыть нечто важное сегодня утром. Не иначе, как имя убийцы. Ах, да, это... Джек, я должен сказать, мы не можем эвакуировать тебя прямо сейчас. Вертолеты заняты в спасательных операциях. Все 3 катера далеко от Сагоры. Там люди полностью отрезаны от внешнего мира. Мы стараемся в первую очередь вывести тех, кто подвергается наибольшей опасности, ты же понимаешь. Но я позвоню тебе сразу, как только смогу что-нибудь сделать для всех вас. Это катастрофа. Теперь нам до плота не добраться. Это была наша единственная надежда на спасение. Лифты не работают, все лестницы обрушились. Плот был почти готов. Готов отплыть к более спокойным берегам. Как неудачно. Теперь мы точно не сможем уйти с острова морем. На спасателей можно не рассчитывать. Эти гады на нас просто положили. Им туземцы гораздо важнее нас. Как будто нас не нужно спасать из этой дыры, пока мы не ушли на дно океанское. Успокойтесь, нельзя терять голову. Я только что говорил с комиссаром Ривзом по телефону. Он пошлет нам вертолет, как только сможет. Он считает, что наше положение не слишком опасно по сравнению с тем, что творится на соседних островах. Прошлой ночью пропало много людей, дома островитян и все их имущество уничтожены. Спасатели работают как проклятые, а техники у них маловато. Мы должны подождать.
Возможно, я сумею вызволить нас отсюда, если спасатели задержатся. Это еще что значит? Я сомневался, стоило ли говорить вам об этом. Это может оказаться очень рискованным предприятием, особенно в плохую погоду. Давай, рожай, Лоренцо. Это начинает меня доставать. Ну, на вершине башни есть воздушный шар и... Что? И ты все время молчал? Подумать только! Мы убили столько времени на постройку этого чертова плота! Ублюдок! Кто ты такой, чтобы вот так вышвырнуть наши жизни на помойку? Но вы не представляете. Было бы полным безумием взлететь на этой штуке в такую погоду. Мы можем в мгновение ока оказаться в воде и погибнуть. Каждый сам должен выбирать, хочет ли он лезть в эту гондолу. Вы не имеете никакого права решать за всех. Если вы так хотите, я выясню, в каком он состоянии, и начну готовить его к взлету. Вот так. А вам лучше поспешить. И не рассчитывайте улететь в одиночку. Отныне мы будем присматривать за вами, Лоренцо. Воздушный шар! Только подумайте, леди и джентльмены. Лоренцо, блестящий архитектор этой башни, прятал от нас воздушный шар. Да, вы не ослышались. Воздушный шар. Воздушный шар! Мартин сошел с ума? Прекрати истерику, Мартин. Это глупо. Воздушный шар? Нет, жизнь не перестает меня удивлять. Это что еще за бред? Лоренцо Батальери хотел бросить нас всех и сбежать в одиночку на своем воздушном шаре. Странно. Он не работает. Мне нужен ключ. Thank you.
Кажется, кто-то здесь изрядно повозился. И кто успел воспользоваться этими презервативами? Полное совпадение. Этими презервативами пользовался Мартин. Ниже спуститься нельзя. Лестница обрушилась. Этажи еще не закончены. После смерти Джонса все это вряд ли будет когда-нибудь закончено. Что это? Что тебе нужно, Джек Норм? Содержимое сейфа Уолтера Джонса неопровержимо доказывает, что если бы не убийство, он вступил бы с Боиной в брак, и все наследники остались бы ни с чем. В смерти старика Джонса мне нет никакой выгоды, Джек Норм. Боина и Уолтер Джонс должны были пожениться в часовне башни. Уолтер Джонс называл ее... часовни Анны Джонс. Это место нелегко найти. А теперь Уолтер Джонс мертв, и никто не сможет попасть в часовню. Да, это очень плохо. Я заказал цветы и покровы для алтаря. И я пригласил моих друзей и шамана на эту свадьбу. Этот брак расставил бы все по своим местам, Джек Норм. А теперь все потеряют много денег. Где часовня, о которой вы говорите? Она где-то в башне. Недалеко от номера Джонса, я думаю. Но
Только Джонс знал, как туда попасть. Благодарю вас за помощь. Вчера вечером Ноленд собирался мне что-то сообщить и покончил жизнь самоубийством. Подозреваемый номер один выскользнул у меня из рук. И все как будто случайно. Губерт, это я, Лоренцо. Мне необходимо поговорить с вами. Губерт! Губерт, у вас все в порядке? Но... Что за... Боже мой, сколько крови. Как ужасно. Слушайте меня все. Губерт де Нолен мертв. Думаю, он совершил самоубийство. Я только что нашел его с пистолетом в руке. Кругом кровь, это какое-то безумие. Какой ужас. Он совершил самоубийство? Вы уверены в этом? Старик Джонс мертв. Ноленд мертв. Безумие поглотило башню старика Джонса. Что вы говорите? Губерт де Ноленд? Это невозможно. Вот недостающая часть кресла Джонса. Странно. Неужели Губерт де Ноленд украл ее? Если да, то почему? Пуля всегда оставляет следы пороха на коже вокруг входного отверстия. Не получается. У меня не получается. Не работает. Я не могу этого сделать. Нет, это невозможно. Мелковато для признания. И почему такой человек, как Ноленд, стал писать это на клочке бумаги? Это на него не похоже. Полное совпадение. Я не могу этого сделать. Никаких отпечатков пальцев на этом оружии. На спусковом крючке никаких следов. Должно быть, убийца был в перчатках. Если я узнаю, кто находился в библиотеке в то время, когда было совершено преступление, то у меня будут хорошие шансы опознать убийцу. Одно убийство уже произошло. Я не собираюсь оставлять это оружие без присмотра.
Джон сумел предусмотреть все. Нет. Уолтер Джонс хорошо следил за своим оружием. Уолтер Джонс хорошо следил за своим оружием. Вот код. Я хочу знать, кто заходил в кабинет Джонса после 9 вечера. И что же это такое? Странно. Симбилактар. Симбилактар заходил в кабинет Джонса в вечер убийства, но это невозможно. Совершенно невозможно. Он был уволен вместе с остальными 15 дней назад. Посмотрите сами, Норм. Спасибо за помощь, Лоренцо. Кто последний заходил в библиотеку перед убийством? Ноленд и Симбилактар последними побывали на месте преступления. Адвокат Ноленд и некто Симбилактар были последними, кто побывал на месте преступления перед убийством. Снимаю шляпу. Ты близок к цели, Джек. Но кто такой этот Симбилактар? Выскочил как чертик из табакерки. Симбилактар раньше служил у Уолтера Джонса. Он один из местных служащих, уволенных 2 недели назад. Он с соседнего острова.